сейчас на ваших экранах будут довольно редкие кадры. На одной из мрачных станций в Лондоне наряд полиции приехал на отработки, так сказать, на станцию и привез с собой специальные ворота на металлоискатель. Я за 4 года нахождения в самом Лондоне впервые увидел данные ворота, то есть подозрительных людей они могут проводить через металлоискатель и задерживать, если что-то обнаружат. Ну все, смотрим. Такая вот небогатая на события получилась 6-я серия рубрики «Мрачный Лондон». Не забываем поддержать, поставить палец вверх под этим видео, если ждете новые серии по данной рубрике. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До встречи в новых видео.